холле второго этажа Московского регионального социально-экономического института заметное оживление. В гости к студентам приехал глава Ленинского городского округа Алексей Спасский. Поздравить с прошедшим днем студента, а также поблагодарить ребят за бескорыстную помощь нуждающимся в период пандемии и активную гражданскую позицию. Вы отдаете, посвящаете себя людям. Это не просто, ну, поверьте, это бесценно. Поэтому слова благодарности, здоровья вам обязательно, успехов в учебе, скоро уже экзамены, либо промежуточные, либо выпускные, пусть у вас все обязательно получится. Для многих студентов Московского регионального социально-экономического института волонтерство уже давно неотъемлемая часть жизни. С началом пандемии тех, кто готов безвозмездно помогать нуждающимся, стало еще больше. Сейчас в волонтерской деятельности на постоянной основе участвуют 64 студента. Очень много поддержки от ребят. Все говорят, я буду, я хочу помочь. Они говорят, а бабушкам когда помогать, а кому-то еще. То есть я очень рада, что в моем коллективе наконец-то появилось желание помогать безвозмездно. Вот это самое, наверное, главное. Алексей Спасский вручил наиболее активным волонтерам памятные подарки и благодарственные письма главы муниципалитета, а также Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области. Студенты часто проводят масочные рейды на остановках общественного транспорта, а сейчас около 50 волонтеров работают в аэропорту Домодедово. Среди них Антон Светов и Дарья Кустова. Делаю людям добро, мне нравится этим заниматься. То, что ты делаешь от доброго сердца, все возвращается в бумеранг. Я очень люблю, когда другие люди очень улыбаются, особенно пожилые люди. На встрече ребята рассказали высоким гостям, какие добрые дела уже успели сделать. Помимо масочных рейдов, они принимали участие в акциях «Щедрых вторник» и «Твори добро видное». Проводили опросы, собирали макулатуру, разносили продукты инвалидам и пожилым людям, соблюдающим самоизоляцию. Работали в больнице и развозили лекарства. В конце мероприятия один из волонтеров взял в руки гитару и спел. А все присутствующие с удовольствием его поддержали. Здорово, что все мы здесь сегодня собрались. Екатерина Борисова, Александр Логинов, Сергей Ларин. Видное ТВ.